Дарт Вейдер, Чубакка и вся межгалактическая братья заявилась сегодня к зданию Одесской администрации. Приехал темный лорд не с пустыми руками, с мангалом и шампурами. Подарок на 1 апреля предназначался, правильно, Михаилу Саакашвили. Вейдер пояснил, что решил сделать такой презент губернатору, чтобы тот мог готовить шашлыки, не выходя из приемной прямо в кабинете, чтобы не отвлекаться от работы. Ну, правда, охрана вот этот добрый порыв не оценила, к Саакашвили не пустила ни темного лорда, ни Чубакку, ни отряд штурмовиков. В итоге компания попыталась связаться с Саакашвили по телефону, но и так не смогла дозвониться. Пришлось оставить подарок под дверью и ретироваться.